Всем-всем привет, дорогие мои! С вами я, фотограф Эльвира Емельянчикова. Рада всем вам сказать привет из солнечного Краснодара. Солнечный Краснодар нас радует очень-очень хорошей погодой. И сегодня я решила записать это видео для тех, кто хочет подготовиться к фотосессии, не знает, как это сделать, планирует свою фотосессию со мной, либо с какими-то другими фотографами. Итак, что я вам хочу сказать. Здравствуйте, здравствуйте. Сегодняшний наш прямой эфир про фотосессии и про то, как к ним подготовиться. Итак, если вы прекрасная девушка или женщина зрелых лет, неважно, если вы хотите сделать себе фотосессию для сайта знакомства, часто ко мне обращаются, да? Имейте в виду, что фотосайты, вернее, сайты знакомства принимают разные фотографии, да, как любительские, так и профессиональные. Какой совет психолога, вернее, пардон, фотографа? Не нужно делать супер какие-то качественные, обработанные, замыленные, заретушированные фотографии. Да? Если вы обращаетесь к фотографу, мы с вами сделаем фотосессию, ну, слегка-слегка обработаем, да? Чтобы для человека, который в реале вас потом увидит, не было бы такой неожиданности увидеть вас совершенно других размеров, нежели на фото. Да? То есть не нужно очень сильно изменять себя на фото. Да? То есть какие мои советы? Да? Советы такие. Можно, конечно, ими пренебречь. Имейте в виду, что все пастельные тона мы, девочки, носим для себя. Но я вас уверяю, что фотографии яркие, да, какие-нибудь в красных платьях или, допустим, ярко-розовым, ярко-желтом, да, цвете, то есть они не могут не быть, их обязательно заметят, да, то есть какие-нибудь яркие цвета, сочные цвета, не стесняйтесь, одевайтесь в ярко, одевайтесь, накрасьтесь красиво, тоже насыщенно, чтобы вас было заметно, да, потому что человек сидит на сайте, он листает, листают тысячи людей, разных лиц, и не факт, что он вас заметит в этой серой массе. Но шансы ваши увеличиваются, вы свой шанс повышаете, да, тем самым. А тем, что вас нашли, вы именно повышаете цветом, да, вы можете повысить свой шанс на то, что вас именно найдет ваш любимый, да. Вы можете как-то выделиться яркой помадой, либо каким-то красивым платьем, либо декольте, ну, то есть что-то такое должно быть, да. Обязательно какой-то портрет должен быть, ростовой портрет, если так можно сказать, портрет в полный рост. И можно какую-то фотографию, характеризующую вас как личность. Ну, допустим, вы занимаетесь спортом, вы можете сфотографироваться в горнолыжном костюме, да. Или, допустим, вы гуляете со своей собачкой, тоже можете прикрепить туда фотографии с собачкой. Либо вы шьете, либо вы вяжете, либо вы делаете закатки, ну, я не знаю, всевозможные ваши хобби. А также можно отразить на этих фотографиях, то есть 2-3 фотографии. Мнения разделились по наличию детей, да, если, конечно, у вас уже есть дети от предыдущих браков, возможно, публиковать фотографии с детьми, но не факт, да, может быть, когда вы уж почувствуете близость с человеком, какую-то такую вашу, его намеренность серьезную, да, и ваше как бы доверие к нему, вот тогда можно продемонстрировать и детей, да. Что касается детских либо семейных фотографий, фотосессий, сейчас вам покажу вот такой замечательный альбомчик, который я сделала для одного хорошего мальчика и его родителей. Что вам могу порекомендовать? Пожалуйста, одевайтесь в одном стиле, да, очень, конечно, вот тут вот здорово мама все подобрала, посмотрите, вот мальчик, он одет в белый костюмчик, у него тут такой вот, что тут, воротничок голубенький, да, беленькая рубашечка, голубенькие шортики. В таком же стиле подобрано платье у мамы и у папы. Джинсы голубые, белая майка. То есть всего 2 цвета, как вы видите, голубой и белый, и их интерпретации. А, здравствуйте, здравствуйте. Именно создают такую минималистичность, лаконичность, да.
И опять же аксессуары, то есть родители подобрали и аксессуары в таком тоне, да, то есть единичка вот надувная такая, да, звездочки всевозможные, все это в голубом тоне соответствует именно возрасту модели, возрасту этого мальчика. Вот и вся семья, видите, как в сборе, да, вот здесь вот золотой у нас присутствует именно, такая локация была студийная, золотая, привет, всем привет, и, соответственно, родители решили тоже малыша одеть в такое вот в золото, вернее, белое, плавно переходящее в золото, да. Это я, конечно, уже перегорячилась, но смотрите, показав вам весь альбом. Так что, дорогие мои, заказывайте у меня такие фотосессии. Я буду вам делать вот такие шикарные альбомы. Я могу их изготовить, такие фотокниги, фотобуки, уже из имеющихся у вас фотографий. Не обязательно они должны быть свежими. Возможно, вы снимали, делали какую-то красивую, яркую фотосессию год или два, или даже три назад. Вы можете мне прислать исходники, прислать ваши файлы, и я из них смонтирую книги. То есть книга, она не обязательно может быть такая огромная, да? То есть книга может быть поменьше, еще средних размеров, да? Тут как бы на ваш выбор, да, на ваш вкус. Ну что, дорогие мои, что еще хотела вам рассказать? Сейчас время очень-очень хорошее для семейных фотосессий, теплая золотая осень. Пожалуйста, все парки города в нашем распоряжении. Очень красивые парковые зоны открылись у нас на фестивальном. Это и ЖК Тургенев, и сквер Гагаринский, и у фонтана на Яна Полуяна. Очень много красивых мест. От вас только желание и желание собраться все вместе. Возможно, вы хотите сделать фотосессию для вас, двоих любимых, мужа и жены, и парня, и девушки. Возможно, вы хотите фотосессию мама и дочка, или мама и сыночек, или вообще вся семья вместе в сборе, и даже собачка. Пожалуйста, дорогие мои, не стесняйтесь, пишите мне в директ. Мы обязательно обсудим с вами условия фотосессии и придумаем вам что-нибудь интересненькое. Для тех, кто хочет уединиться, в нашем с вами распоряжении есть студии, фотостудии нашего города. Их огромное множество. Возможно, фотосессия в номере отеля, тоже очень красивые фотографии получаются. Или что-нибудь оригинальненькое в стиле как фотопроектов. Есть всевозможные костюмы, можно сфотографироваться в образе эльфа, можно сфотографироваться в образе какого-то еще другого сказочного персонажа. Очень модный, популярный остается стиль гранж, стиль урбанистический, да, можно сделать какую-то фотосессию в современном стиле, в ритмах нашего быстрорастущего города, да, а также в эко-стиле выехать куда-нибудь на природу, например, в солнечную Адыгею или даже на берег Черного моря. Так что, дорогие мои, обращайтесь, мы не ограничиваемся нашей страной. Как вы знаете, я фотографирую за рубежом, фотографирую для рекламы, фотографирую людей, фотографирую отели, еду, свадьбы и так далее. Так что я в вашем распоряжении, обращайтесь. Целую вас, люблю. До новых встреч в эфире. Пока-пока.